10 апреля состоялось заседание административной комиссии муниципального образования города Десногорск. Все 8 протоколов об административных правонарушениях относились к статье 27 областного закона. Статья 27 областного закона об административных правонарушениях – нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время с 22 часов до 6 часов утра в местах постоянного проживания и временного пребывания граждан. Влечет предупреждение и наложение административного штрафа в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Три нарушителя тишины привлечены впервые, поэтому комиссия вынесла им предупреждение после профилактической беседы. По 4 протоколам вынесено наказание в виде штрафа в 1000 рублей. Одному из нарушителей придется заплатить за беспокойство соседей в ночное время 2000 рублей.